молодой человек. А что вы сегодня вечером делаете? Ничего. И завтра утром ничего. У меня на работе полно отгулов. А чё? Понимаете, просто я у вас тут немножко лишнего выстрелила. Короче, вам придется дня два дома посидеть. С вас 1200. Называется кра, так и наша програ. Шесть кадров. Время быстро несет, и на все эпизод нам дает режиссер. Шесть кадров. Чем крупнее арти, тем короче репри. Нас всего в антрепри. Шесть кадров. Только сядешь и вклю, все вокруг рассмею. Вот за что я так люблю. Шесть кадров. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас есть книга про магию и волшебство? Да. Одну минуточку. Вот. Очень эксклюзивный экземпляр. Спасибо. Темпус гаминус. Не сработало. Не сработало. Придется по старинке. А? Победителем становится Алексей Иванов из Москвы! А теперь по старой традиции мы узнаем, кто же станет следующим победителем наших соревнований! Прощайте, прощайте, родные мои. Сегодня я расстаюсь с вами, и кто знает, может быть, навсегда. Долгие годы мы шли рука в руку, нога в ногу, час в час, день в день, минута в минуту. И, наконец, сегодня пришло время сказать вам прощайте. Навсегда. Ну все, 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 родные, пойдем кодироваться. Пойдем. Пойдем кодироваться. Пойдемте. Прощайте. Прощайте навсегда. Пойдем кодироваться. Пойдем, 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 дорогие. Пойдем, пойдем. Добрый день. Здрасте. А Иван Петрович, все? Он занят. Вам назначено? Нет. Но, может быть, вот это поможет. Вы издеваетесь? Он занят. Приходите завтра. Звоните. Материалы дела, и в связи с тем, что участковый милиционер и судмедэксперт изменили свои показания, суд постановил подсудимого Бахметьева Александра Федоровича оправдать в связи с отсутствием состава преступления и признать его право на реабилитацию. В
Ваша честь, а как же... Пострадавшему суд разъясняет. Не надо в темное время суток ходить по проселочным дорогам. Особенно там, где очень много камней. Иначе всегда найдется какой-нибудь придурок, который обязательно разобьет вам камнем голову и исчезнет с места преступления. Подсудимый, вам понятно решение? Да, мама. Ой, простите. Да, ваша честь. Все понятно. Занято. Вот, пожалуйста. Спасибо. Касса там. Извините, пожалуйста. Я слушаю вас. Вы мне случайно соточку не разобьете? Конечно. Вам как, по 5 или по 10? По 10. Хорошо. Соточка. Угу. Так, а вот ваши десяточки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Спасибо большое. Да не за что. Вот и хорошо. Вот и славненько. Я тебе говорил, помолчишь полчасика, я и картошечку почищу. И борщик сварю. Полы помыть? Ну, я помою. Помыть. Я! Сапожник! Дай конец досмотреть! Пленка порвалась! Да нам плевать, что это там порвалось! Да. Мы денег заплатили! Хотим досмотреть! Ладно, смотрите! Значит, минуточку внимания. Там, значит, финал такой был. Значит, он такой выходит, говорит, дорогая, это что, все был обман? Она такая здесь. Меня к тебе подослали спецслужбы. Он разворачивает, говорит, ты думаешь, что я могу жить после того, как ты пользовалась моими чувствами? Такую байду достает. Она такая... Нет! Вот такое кино. Шикарно! Просто шикарно! Это заслуженные два Оскара! Спасибо! Блеск! Классный финал! Класс! Мягко так. Светуля. Да? У меня ж радостная новость. Какая? Я беременна. Какая прелесть! Это что? Сколько? 2 месяца. Ой, а кто, знаешь, имя уже подобрала? Какое имя? Мне бы с отчеством определиться. Здравствуйте. Рады приветствовать вас в нашей гостинице. Вот, пожалуйста, ваш забронированный номер.
10-20. Десятый этаж, левое крыло. У вас все включено. Спасибо. Сигарет. Две баночки пивосика темненького. Да, да, да. Чипсики, фисташки, ну все как обычно. Ну, конечно, конечно. Одну минуточку, я быстро. Быстро очень. Упс, 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 упс. Опс! Пожалуйста. Спасибо. Сколько с меня? Ой, ну что, ну это же, значит, заведение. Тронут, тронут. Спасибо. Красавица, красавица. Счастливо. До свидания. Всего хорошего. Здравствуйте. Здравствуйте. А можно мне то же самое, за счет заведения? А вы тоже из налоговой? Нет. Ну тогда нельзя. Это аптека, а не кабак какой-нибудь. Что вам? Бинт и пачку аспирина. Да кто-то же. А то то же самое, не то же самое. Обнаглели совсем. Пакетов нет. 403 рубля. Я, я. Das ist fantastisch. Я, я. О май гад. Так, эй, ты что нам делаешь, а? Ты что смотришь здесь? Мам, у меня завтра экзамен по немецкому. Да? Повторяем. Да, да, это фантастика. Да, да, о мой бог. Да? Ну ладно. Что, коллектив? По итогам квартального отчета начальство нас премировало туристической путевкой в Египет. Путевка, к сожалению, одна. Я на правах начальника, конечно, мог бы и сам поехать, но... Я честный, справедливый человек. Поедет, естественно, самый достойный. Решать будем, как и в прошлом году. Кто первая? Мне что, опять самому ехать, что ли?
Без всякой борьбы. Девчата на пятки. Ладно, пойдем домой, Три. Дешумно, я хочу домой. И я прошу тебя, давай не это, никакого алкоголя. Нам утро к маме идти еще моей. Я тебя, знаешь, что еще прошу? Никакого хоккея вечером, хорошо? Будь сериальчик хороший и байки. Да? Пойдем. Телевизор за пиццу. Не многовато ли? А ничего. Я им сейчас еще напитки привезу. Здрасте. 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 Что у нас? Так. У нас 8 коробочек. 8. Плитки? Ага, 8. Хорошо, что еще? 60 килограмм штукатурки. Ага, 60. Ага, что еще? Раз, два, три, четыре. И здесь 24 килограмма акриловой красочки. Хорошо. Это все? Все. Пакетик брать будете? Садитесь, садитесь, ребят. Здрасте. Ребятки, через несколько минут мы начнем наш урок, а пока небольшое отступление. Сан Саныч? Они всегда были парастые стороны. Они не любили друг друга. Их звали Сидус и Косидус. Но однажды судьба свела их вместе в одно выражение. Чем закончится Сидус квадрат плюс Косидус квадрат, ты узнаешь первым через 2 часа до уроков алгебры. Спасибо. Это был анонс урока математики. А сейчас, ребята, у нас урок биологии. Новая тема – строение ДНК. Поймите меня, я 4 рабочих дня прогулял без уважительной причины. Мне кровь из носу нужен больничный задним числом. Потому что если я не предоставлю этот больничный, мой начальник меня уволит. У меня начальник – зверь. Доктор, ну услышьте меня, пожалуйста. Вы слышите меня? Ну, хорошо. Хорошо, я выпишу вам больничный. Спасибо. Но это последний раз, Козлов. Еще один такой залет, и я вас уволю. Без капли сожаления. Спасибо вам, Ирина Сергеевича. Клянусь, больше такое не повторится. Я надеюсь. Все. Все. Я так жить больше не могу. Надоело. Счастливо оставаться в этом бардаке.
пожалуйста. Извините, давай сюда. Сюда. Ну вот нахрена ты его спросил про последнее желание, гуманист хренов? Да мы же не звери какие, блин. А по понятиям последнее желание закон. Понятие закон. Это тоже хорош. Только не в прорубь, только не в прорубь. Еще проводок качать. А ну давай его на вышку, а? Из-за этих понятий всю спину надорву. Зараза. Давай. Здравствуйте. Здравствуйте. Будьте добры, мне о Есенине книга нужна. Из серии с Жизел. Сейчас, секундочку. Пожалуйста, Сергей Есенин. Ага. И будьте добры, Буйна Иван Алексеевич. Попроси Булгакова. Иван Алексеевич Бунин. Спасибо. И Пушкина. Пожалуйста. Пушкин, избранные сочинения. Угу. То, что нужно. И Камасутру. А. Пожалуйста, ваша Камасутра. Ух ты! Какая толстая. Долго читать. Знаете, тогда пока Пушкина, Бунина и Есенина не нужно. Скажите. Пока. Пока. На кого записать? Чевин. Угу. Кстати, вы знаете, ближайшая аптека за углом. Там есть и аспирин, и витамин, и бин. И эти, как их, ну, для безопасного чтения. Спасибо. Приятного чтения. Как таланта сестра называется Кра, так и наша программа. Шесть кадров. Время быстро несет, и на все эпизоды нам дает режиссер. Шесть кадров. Чем крупнее арти, тем короче репри. Нас всего в антрепри. Шесть кадров. Только сядешь и вклю, все вокруг рассмею. Вот за что я так люблю. Шесть кадров. Ла-ла-ла.